Пианистка Лиза Суслова – юное дарование, которое сегодня наградили на традиционной торжественной церемонии городского конкурса «Ступень к совершенству». Девочка увлекается игрой на фортепиано уже много лет и является лауреатом многих музыкальных конкурсов. Начала я заниматься музыкой, именно играя на фортепиано, с первого класса, то есть с 7 лет. И вот уже закончила музыкальную школу, но еще продолжаю учиться, потому что не могу забросить. Очень люблю играть. Премию главы города Лиза получает уже во второй раз. Поддержать и порадоваться за свою ученицу пришла руководитель Оксана Костылева. Она твердо уверена, что такая награда очень важна для юных талантов. Это признание того, что ребенок трудится, что он способный, что он не такой, как другие дети. Это его выделяет, естественно. Поэтому я считаю, что очень замечательно, что вообще в нашем городе есть такая премия. И она... статус определенный детям придает. Наградил и лично поздравил каждого глава Архангельска Игорь Годзиш. Всех ребят, которые собрались сегодня в зале Поморской филармонии, он называет звездочками, которые ярко освещают в городе путь к искусству. Это не просто дети, это наши звездочки, это те ребята, которые работают, наверное, прежде всего над собой и одновременно делают наш город краше и лучше. Потому что где как не в творчестве проявится человек. Ежегодно премии главы города награждаются самые яркие таланты Архангельска, а также их руководители. Организаторы конкурса надеются, что с каждым годом в Поморье будет все больше юных талантливых ребят, которые поднимаются по ступеням к совершенству все выше. Наталья Пулина, Евгений Зыков, Регион 29.